И начнем, пожалуй, мы с бесплатной колоды. Давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Мутаген, так, пицца, звездочки и кто у нас здесь? Леонардо. Ну что же, хорошо. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя легенды. Так, ну что, вроде бы здесь все выполнили. Давайте-ка пойдем с вами на турнирную арену. Мне нужно подняться по статусу. Так, выберем, может быть, вот этих вот чебуреков. Давайте попробуем. Так, набираем свою командочку. У меня 16 карточек, так что мы сможем подраться сегодня хорошо. Поехали, будем смотреть. Ага. С кого начать, даже не знаю. Давайте вначале вот так сделаем. Замедлялочку. Так, тигр, бомби. И Майк, наверное, всех добьет сейчас у нас. Да, довольно легко и просто. Идеальная победа у нас. Мы с вами поднимаемся. Наверное, довольно прилично должны подняться. Мутагена сколько мы зарабатываем? 760. Отлично. Да, элита трехзвездочная. Все хорошо. Надо еще здесь немножко, ребята, укрепить свои позиции. Поэтому давайте еще разочек в бой. Выберем мы с вами... Блин, я даже не знаю, кого. Кого нам лучше взять? Может быть, вот этих вот? Так, ребят, придется мне откатить. Всех причем. Да, также и Эйприл. Но карточек у нас 11 штук. Даже, наверное, мы сможем еще боевочку потом с вами сделать. Так, давайте, может быть, вот так вот мы сделаем. А вот этих вот ребят поставим. А знаете, для чего? Потому что уровень у них вроде бы маленький. И мы вот 30 уровня поставим, ребят. Одного, наверное, кому-нибудь мощного влепим сюда. Потому что одного мне потом проще откатить. Да и выгоднее, чем тратить на них все свои вот эти вот карточки. Так, вот этого мы уберем. И, наверное, Майка поставим. Все. Слушайте, наверное, должны затащить. Но я думаю, что не без потерь у нас все это дело обойдется. Давай, тигр, начинаем с тебя. Отличный ход. Майк, давай массово всех. Фу, две черепашки осталось. Ёлки-палки. Ну, Бибоп, добивай. Нормулька. Слушайте, мне нравится. Ну, а теперь, наверное, нам придется поставить свою основную команду. Для этого тигра и Майка придется откатить. 72 место. Продолжаем, конечно же. Так, в бой. Сейчас выберем кого-нибудь. Давайте, наверное, выберем вот этих вот. Ну что, Зэк, Крис. Так, тигр обязательно нам нужен. Майки и Эйприл возьмем. Вот такой вот командочкой мы будем сейчас разбираться. Ага. Ну что, Зэк начинает, как обычно, с оглушения. Бам. Так, тигр добивочный делает. Черт, ну Майк, добивочный тогда с тебя. И остался только лишь Бибоп. Да, он делает себе подхил. Но это его не спасет, ребят, поверьте мне. Потому что мы сейчас все это быстренько захерачим. Опа. Так, стреляем. И все, победа наша, довольно легко и просто. Причем идеально. Так что подняться должны где-то до места 60-50. Ну, я рассчитываю именно на это. Давайте посмотрим, прав я или нет. Даже 44-е получаю. А, хорошо, поехали тогда далее. 9 карточек еще есть у меня. Так, наверное, вот этих вот. Блин, ну давайте вот это. Тут муха, носорог. В принципе, ничего сложного нету. Но придется потратить практически все карточки, ребят. 5 штук еще осталось, даже 4. На одну боевку еще должно хватить нам. Так, ну что, Зэк начинает. У меня, смотрите, Зэк, потом тигр, по идее, да? Да. Вот за счет вот этой комбинации, в принципе, я пока и тащу. Так, и Майк. Ух, смотрите-ка, оба выжили. Носорог сейчас кранты ему. Все, ребята, Донателло пал. И опять у нас идеальная победа. Слушайте, мы таким темпом, скорее всего, сейчас перейдем в Лигу Самураев, наверное, да? Посмотрим. Блин, нет, не хватило. 16 место. 4 карточки, ребят, поэтому сейчас мы с вами сделаем, наверное, заключительный бой по арене. И будем что-то другое уже делать. А может быть, пойдем просто с вами отдыхать.
Давай, Крис. И последний, кто здесь у нас будет? Давайте возьмем Муху. Да. Бакстер нам здесь не помешает. Точнее, Стокман, блин. Ну что, стандартная комбинация. Зэк, Тигр и Майк. Пью. Ух. Пока, ребята. Отличненько. Добивочный. Му, кунай свои бросила. Ну-ка, Муха. Отлично, сделал свое дело, молодец. Не зря взял. Идеальная победа, и вот теперь мы точно переходим в Лигу Самураев. Так, мутагена сколько зарабатываем? 865, отлично. Да. Вот так вот. Ну что ж, ребята, больше у меня нету, к сожалению, карточек на откат. Поэтому придется с этим делом подзавязать. Во, 45 баксов и 8 монет заработали. В принципе, меня все это, ребят, устраивает. Можем себе даже что-то позволить купить. Но я не хочу. Пиццелицы мне не нужен. И это тоже как-то мне не особо душу греет. Так что я думаю, что деньги лучше придержать, точнее, звездочки. Но зато у нас очень много долларов. Поэтому можно попробовать, знаете что, крутануть на порталы. Давайте-ка возьмем 2x портал, 250 долларов стоит. Хотя, в чем интересна разница, да? Давайте-ка глянем здесь. У нас вот такие вот карты здесь. А если мы возьмем, предположим, дорогую? Блин, по-моему, никакой абсолютно разницы нету. Ха. Зачем тогда тратить много баксов, когда можно взять что-нибудь послабже? Так, 3000 долларов, 1500. Нет уж, ребята, давайте мы возьмем, наверное, вот эту вот за 250. Так, а 1200, что тут у нас? То же самое, абсолютно. Ха. Просто, наверное, будет выпадать намного больше карт. Так, запускаем. Ага, и Змейка Вьюн достался нам. 132 доллара. Эх, да. Выпали карты те, которые мне не нужны, ребят. Время для пиццы. Ну, пицца мне не нужна, поэтому мы это дело пропускаем. Сюжетка. Дайте-ка мне кое-что глянуть. У меня где-то что-то не выполнено. Это я точно знаю. 44 уровни. Да. Если даже попытаться, я думаю, что вряд ли у нас что-то здесь получится. Так, а вот в главе 4. Ага, эпизод 12. Блин, у меня руки чешутся пройти его на 3 звезды. Но вряд ли мы, конечно, опять же справимся с вами. Так, а здесь у нас... Ё-моё, блин, 5 звезд, все золотые. Нет, лучше давайте тогда, наверное, с вами перейдем в 4 главу. И пройдем, наверное, на 3... Ой, на 3, да, на 3 звезды. Вот эту вот, крайнюю. Ну, вроде бы неплохой ревард. Заодно мы будем здесь потом... автоматом проходить за билетики. Не надо будет нам драться. Так, давай, Крис и Эйприл. Все. Получится, не получится. Давно я хотел пройти на 3 звезды. Ага. Мухи опять эти, тля. И люди-грибы. Но какие же это на самом деле люди, когда это мухоморы поганые. Так, получите. Должны мы справиться с вами. Суперудары я пока не буду тратить, они нам пригодятся. Так, ускоримся маленько. Так, давай вот этого добьем. Все, ну а с мухами мы сейчас разберемся. Главное, чтобы Эйприл у меня осталась в живых. Слушайте, довольно неплохо эти мухи бомбят. Хорошо, подхил. Да, он нам нужен здесь обязательно, ребят, потому что очень мало хп. Так, одна муха сейчас упадет. И добиваем вторую. Эти не получилось маленько. Эй, Майк, ну как так-то? А, у него пониженная атака, все, я теперь понял. Вторая волна. Здесь, по-моему, да, вот здесь очень много этих грибов. Так, мне нужен, знаете кто? Тигр. Да, вот со своей массовой атакой. И Майк, наверное, будет добивать. Во, отлично. Последняя волна, здесь у нас будет гриб. Все прекрасно это помнят. Я надеюсь, он не будет переключаться у меня на Эйприл, потому что она ватная. Если он по ней ударит, она упадет. Поэтому в наших интересах как можно быстрее... Оу, Крис, какой ты вялый, ё-моё. Я думал, ты
Устоишь, но не тут-то было. Черт подери, давайте самыми мощными атаками будем бомбить. Вдруг успеем. Хотя почему-то я сомневаюсь. Хоть одного он сейчас положит, но... Эть! Именно Криса бомбит этот гриб. Ай, блин, да что ж такое-то, а? Не получилось, ребята, опять у меня пройти на 3 звезды. Максимум 2. Жаль, очень жаль. Крис меня подвел в последнюю минуту. Даже в последние секунды, блин. Нет, ну можно, конечно, попробовать переиграть. О, карточка Донателло нам досталась. Ну, я что-то не хочу, если честно. Ну, вроде бы как мы все с вами сегодня сделали. Пока ничего больше не можем. Эта серия получится довольно короткая, поэтому мне, наверное, придется вторую доснимать и потом уже соединять их. В общем, посмотрим, как у нас это получится. Так что, ребятушки, далеко не расходимся. Если что, увидимся буквально через секундочку. $60 и 10 монет. Хорошо. Так, переходим тогда с вами в магазин. Давайте будем открывать две бесплатные колоды. Так, отлично. Я вижу сзади карточка. И это, по-моему, Саблезуб у нас будет. Да, именно он. Хорошо. В принципе, неплохо. И еще одна колода у нас. Так, а здесь, по-моему, нет. Что-то там проблескивается. И кто же это у нас? Зэк. Отлично. Давайте-ка забирать реворд за выполненные задания. Ну, у нас еще очень много здесь будет. Так, мутагены и баксы мы, естественно, тоже забираем. Так, здесь тоже забрать все нужно. Поднимите уровень персонажа. Ну, давайте поднимем. Кто у нас еще здесь остался? Так, показываю. Ага, крысиный король. Ну, только ему можно. Мутагена хватает? Ну, пока да. Все, замечательно. Карточки у нас есть? Есть, 16 карточек. Давайте мы сразу с вами сразимся. Так, 3 боя в сложном режиме. Так, дайте мне карточки зэка, пожалуйста. А, здесь, наверное, не даются. Нет, почему? Должны даваться. Хорошо, тогда давайте вот... Вот здесь еще. Во! Мутагеноид его звать. Ёлки-палки, я все время вспоминал. Как же его звать, блин? Все, по-моему, выполнили мы это задание. Да, ребята, оно у нас выполнено. Так, забираем реворд. Теперь 7 боев в обычном, в нормальном режиме. Так, кого бы нам взять, а? Давайте, наверное, может быть, тигра, да. Нам нужен тигр, потому что здесь вот этот вот ящик с инструментами. Он нам нужен для прокачки наших скиллов. Так, 7 боев нужно сделать. Так, это у нас второй бой. Третий. О, ящики даются довольно хорошо. А, это меня радует. О, и мутаген. Кстати, тоже хорошая штука. Она нам пригодится. И очень много, кстати, его нужно нам. В принципе-то, если мы собираемся с вами прокачиваться, то нужно как минимум, наверное, 1050 мутагена этого накопить, чтобы прокачать персонажей как следует. Потому что мы тратим... Не только за то, чтобы поднять их уровень, но также и на скиллы на их. Так, давайте попробуем вот здесь вот завалить этих архаровцев. Блин, трехзвездочные и все золотые. Блин, ненавижу, ребята, вот эти вот черно-белые комиксы. Раздражает, глазу неприятно как-то, честно говоря. Так, ну что, давайте разбирать. Тут у нас сколько? 3 волны будет. Ага, промахиваются. Да, в принципе, они тут ватные. У меня основная бригада 42 уровня, а это у меня кто? Тигр, Майк и Зэк. Ну да, конечно, Крис сдает позиции вместе с Эйприл. Но они у меня чисто, знаете, для чего стоят? Эйприл как подхил, ну а Крис для того, чтобы усиливать мою команду. Но раскачать их как-то обязательно нужно. Сделать их немножко помощнее. Так, ага, 2 волны, значит, получается. Вот у нас последняя здесь. Ну что же, будем массовыми атаками бомбить. Крис, наверное, упадет у нас сейчас. Он потому что с постепенным уроном. Хотя не факт. Давай, Майк. Жги по полной. Ну и Зэк, наверное, добьет всех. Да. Изумительно у нас получилось. Победа на 3 звезды. Все. Так, это мы, значит, получается, еще одно задание сделали с вами ежедневное. Так, собирать. Да, и получаем последние реварды. У нас, кстати, чего?
Ух ты. У нас Future Fight 3 года уже, оказывается. А я не знал, надо будет как-то зайти туда, посмотреть, что там будут давать. Так, ну что, ребятушки, давайте, у нас как раз откат произошел по нашим PvP-шным героям. И я думаю, что нужно сразиться. Мы с вами где находимся? В элите. Блин, нас, видимо, опустили с Лиги Самураев. Значит, надо это дело наверстать. Так, погнали. Как обычно, ребята, Зэк, Тигр, Майк. Оу, что-то тут немножко сбилось. Какого хрена Хан успел меня ударить, а? Ха. Совсем припух, братюня. Оу, а ребята-то, смотрите, не такие уж и слабенькие. Да-да-да, Лео делает подхил. Ну, я думаю, что вряд ли здесь что-то поможет им, потому что у половины из его отряда пониженная защита, да также и атака. Ну-ка попробуем сейчас накумарить. Так, Рафик что-то тут делает. Что это он сделал? Сопротивление мне какое-то. Точнее, он хотел на меня что-то повесить, а мои ребята сопротивление включили. Ладно. Так, Гекко помер. Все, давайте добивать Бибопа. Ну, да что ты, что ты, что ты? Воу-воу-воу-воу. Аккуратненько надо. Я не хочу, чтобы у меня Эйприл упала. Мы получим с вами меньше очков. Ну и, соответственно, мутагена тоже мало получим. А мне это не нужно. Да, вышло все идеально. Ну, мы должны, по идее, вернуться в свою Лигу Самураев. Да ведь? Я, правда, не знаю, на каком мы месте. Ну, естественно, вот, вот это я понимаю, ребят. 85-е место. Так, у меня еще 5 карточек, так что мы сможем сейчас откатить своих любимых персонажей. И навалять здесь еще кому-нибудь. Давайте, может быть, вот этим вот. Хотя меня нервирует здесь вот обезьяна. Она меня очень бесит. Да что такое-то, вот. Так, Тигр, Майк, Крис. Да елки-палки, и Эйприл. Все, все билетики я потратил. То есть это у нас получится последний бой. Фух, была не была. Начнем. Опачки. А ребята-то не из робкого десятка. Вы посмотрите, как они хорошо держатся. Хорошо, ладно. Так, Крис делает усиленную атаку. Блин, Рафик подхиливает, видимо, всех. Ёлки-палки, надо срочно делать кардинальные меры, ребят. Если они сейчас тут раздухарятся, это будет очень плохо. Блин, Крис минус у меня. Донни делает защиту. Офигеть, у него повышенная защита. Повышенная атака. Я боюсь, что я даже не смогу их пробить сейчас. Вот, вот она, эта обезьяна бесявая. Еще защиту сделал себе. Не, только не это. Оу, щет. Ты смотри. Да хорош тут колдовать. Вот это да, ребят. Стоило только лишь немножко упустить шанс на победу. Все, просто в недосягаемости. Никак не думал, что меня так разберут. Тем более 39 уровни. Обалдеть. Блин, я и карточки-то последние спустил все. Вот это я облажался. 26 мутагена. И 80, наверное, первое место. 84-е. На одну ступеньку поднялись. Жесть какая-то. Не ожидал, конечно, я такого поворота. Так, ну что, ребята, у нас еще здесь есть. Пицца нам не нужна. Нет, не нужна. У нас и так ее хватает. Так, испытания. Блин, все это испытания. Эпизод 5. О, нет, 55 уровень. Куда нафиг там суваться? Даже думать не буду. А вот это что-то новенькое. Так, елки-палки. У меня, конечно, герои такие все слюнтявые. Но будем пытаться. Хотя, мне кажется, тут меня сейчас разберут 3 волны. Хотя, посмотрите, 10 уровень должны пройти. Почему это мы тут сразу ню не распустили? Нет, все будет нормуль. Даже этими слабыми ребятушками. Давай, пиццелицей. Бум-бум. Наколбасил. Молодец. Так, а вот здесь уже будет, наверное, посложнее. Оу, минус Эйприл. Так, давай еще ногой. О, в принципе, что, ребят, 10 и 12 уровней. Чего мы боимся-то? Все у нас будет здесь под контролем. В любом случае, я знаю, что Зэк выживет и Крис. Как ни крути, даже если все остальные упадут. Так, ну-ка давай-ка. Массово. Пум.
Ну, Зэк, не подведи меня. Все, с удара снес. Ну что ж, довольно неплохо. Я даже в этом не сомневался. Так, опыт. И там у нас, наверное... Оу. Получил даже уровень. И карточку Майка мы заработали. Так, эпизод 2. Я думаю, что есть смысл попробовать. 25 уровень здесь. Так. О, бронированные тараканы. У меня, кстати, по-моему, по квесту, точнее, не по квесту, а по достижениям, висит убить их, по-моему, 100 штук. Но они очень редко встречаются, поэтому я до сих пор это задание не выполнил. А там дают карточку Шреддера. Так, хорошо. Минус. Так, а вот здесь кто у нас? Смотрите-ка, маленький робот-поджигатель. 25 уровень, как видите, разбирается тоже на ура. Оп, сейчас, наверное, у меня гек упадет. Ну и как я вам говорил, что у меня должен остаться... Ух! Крис и Зэк. Зэк так стопудово выживет. Потому что он здесь, извините меня, 42 уровня. Он даже один тут всех, наверное, завалит. Опа! Так, колдунья, ты достала уже, а? Что он там делает, блин? И кто она вообще такая? Что-то я, честно говоря, не помню в мультике ее. Может быть, это какая-нибудь Эйприл перевоплощенная. Так, третья волна. Вот здесь нужно, ребята, включать все свои суперудары. Так, давай, пиццелицей. Чув. Неплохо. Зэк, бросаем. Да, ребята, проходим, проходим мы эту миссию. Оп. Жалко, конечно, что очень много чего мы с вами не можем сделать. Я, например, очень хочу пройти сюжетную линию. Дальше, по крайней мере. Но нет возможности, потому что слабые персонажи. А там вы сами видели, да? Два босса голема. Так, еще одна карточка Майка, только уже другого. Нужно качаться, развиваться. Но, как видите, меня не хватает ни ресурсов, ничего, блин. С этими вряд ли мы справимся. Тут можно просто смело отступать. Эксперт, платина. Хотя бы одного персонажа, как бы мне бы получить платинового. И я думаю, что все было бы у нас хорошо. Да, не хватает у меня звездочек на покупку носорога. Я бы его купил бы, если честно. У меня, потому что Рокстеди вообще еще нету. Бибоп есть, а Рокстеди нету. И по баксам у нас тоже кисненько все. Так, мы... Подожди, что ты делаешь-то? Да, жетонов тоже не хватает. Монет 98. Одним словом, нам опять же здесь пока нечего делать. Ладно, ребят, давайте тогда будем закругляться потихонечку, да? И обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. Я надеюсь, там немножечко подкачаюсь, подразовьюсь и сделаем нормальную, отличную, забористую серию. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравился, то лайк. А мы вскоре увидимся, ребятушки. Так что всем пока, всем удачи и хорошего вам настроения.